Всем привет, сегодня расскажу об десятке самой новой, которая выйдет только 2020 года осенью. Но она еще не доработана для инсайдеров. Я без учетной записи делал. Кстати, там есть, которые мне писали, чтобы через учетную запись заходишь, ключи слетают и все остальное. Ну, так как я не делал это, я просто скачал с официального сайта для рабочей станции, сами видите. Сами знаете, что цена очень ой какая. Ну и дальше посмотрим, что там будет. Что мне поразило, не что пока ни одна программа не работает. Ни одна. Ну там что, как писали Аэру, там прям там все шикарно. Ну как я понял, здесь она даже не включена. Ничего здесь нету. Что на обложках нарисовано, это просто скатано, слизано откуда-то. Ну типа реклама, например, вот она. Ну да, здесь у меня песочница есть, естественно. Она у меня рабочая. Вот, что здесь? В принципе, ничего нету. Все одно и то же. Может быть, со временем будет. Да, кстати, если захотите создать папку, вам не получится ни папку не создать, ничего. В принципе, это вот, пускай пока запускается. В принципе, пока даже нечего сказать. Ни хорошего, ни плохого. Может быть, попозже будет обновление. Ну а так как мне смысла нету ее держать, я так что вернусь обратно, обновлюсь назад, обновление сделаю, так как у меня скачаны вот она, я буквально сейчас скачал. Вот оно будет ESD, вот спирафайл, вот видите, скачал и перевел ее Win10. И этой программой я сделал довольно неплохая, скажу я вам, обалденная. Вот эта вот программка довольно неплохая. Вот этой программы электронной загрузкой. Ну, в принципе, все. Вот с этой программой можете посмотреть в интернете, набрать, посмотреть. Довольно плохая. Она переводит ISO, просто-напросто не надо скачивать проводник, смотреть и все остальное. Довольно неплохая. Бэкап системы делается, вообще прекрасная программа. Прям обалденная. Вот так же, как и джимэджики можно делать. Ну что ж, всем пока, удачи. Да, кому если надо будет, пишите, я вам скину ссылку. Будете инсайдерами. При обновлении будет рабочая программа. Удачи, подписывайтесь.